Всем привет! Сегодня мы расскажем вам историю о просрочке в магните. А именно о вот таких баночках. Фрутонение кролика. Короче, пошла мама в магазин и увидела, что такие пюрешки с кроликом стоят 30 рублей по акции. И она на радостях схватила 5 штук. Но, придя домой, мы посмотрели, и оказалось, что это просрочка. Вот чек этого создания. Вот тут написано: пюре мясное кролик. Вот. Фрутоняня. Вот чек. Короче, перейдем к самой сути. Вот. Все 5 проверим. Так. Тут где-то должно быть написано, что срок годности 12 месяцев. Короче, 12 месяцев срок годности. И тут мы видим вот это. 5.4.18 это было сделано, говорите, Ась. Да прошел уже больше, чем год. Год и 3 месяца прошло. Почему они это продают, а? 3 месяца прошло уже с окончания срока годности. Апрель. А на дворе сейчас июль. Ой. Так, первая баночка проверена. Вторая. Тоже 12 месяцев срок годности. Итак, 5.04.18. Та же самая песня. Третья. Та же самая песня. Вот. Ну, что это такое? Вот. 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 5.4.18. То же самое. Я думаю, уже нет смысла проверять, но все равно. Посмотрите. 5.4.18. Все. 3 месяца назад это было. Как они такое продают? 3 месяца назад кончилось. Дата срока годности. Этот продукт уже не годен, он просрочен. Но почему мы это видим на прилавках, а? Потому что они хотят подзаработать денег. Думают, что люди наивные и не будут смотреть дату, а? Нет, нет, нет. Еще раз покажу чек вам. Вот, 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 вот. Видите? Куда улетели 170 рублей? Так, Гербер, это не считается. 22 рубля. Короче, куда улетели деньги? Вот сюда. Вот на это. Вот на эти просроченные банки. Их нужно заставить жрать это. И детей их тоже. Чтобы поняли, что нельзя такое продавать. Короче, всем пока. На этом бомбежка закончилась. Пока, с вами была Рокси и канал Солушка Сова.